Его работа похожа на игру в «Тетрис», только грамотно погрузить в вагон швеллеры к уголкам, ему надо многотонную продукцию. По всем нормам, требованиям и схемам. Бригадир отгрузки ЛПЦ-8 Сергей Башин, незаменимый на производстве специалист. Именно он стал лучшим по итогам месяца в своей профессии. С помощью жестов бригадир отгрузки Сергей Башин и его напарница-крановщица понимают друг друга с полувзгляда, одним кивком головы. Вот уже 14-й год они работают в тандеме. Ну, у нас основные значения – майна, вира, вправо, влево, мостом, либо тележкой поехать, чуть подбирать, чуть смайнать. В ЛПЦ-8 производят огромный спектр продукции – вагонную обшивку, сортовой прокат, швеллеры, уголки, металл замкнутого сечения, дорожные ограждения, полуфабрикат для трубной подготовки и многое другое. Сергей Башин определяет каждый вид продукции и его размеры с лету на глаз. Вид продукции он может быть один, но он меняется по длине. Это длина 12-метровая, одна схема погрузки. Есть такая же вид продукции, но длина 6 метров. Это другой вид продукции совсем. И другая схема погрузки, соответственно. Работа Сергея Башина заключается в том, чтобы грамотно распределить продукцию по вагонам. Для этого надо знать схемы погрузки, правила размещения грузов, распределение груза по весу, по осям вагона и многое другое. В должности бригадира отгрузки Сергей Викторович работает с 2008 года. Сегодня он отлично разбирается во всех тонкостях этой непростой работы. У нас продукция в цехе, более 1000 видов продукции грузим, соответственно, под каждую продукцию существует своя схема, и наша вот основная обязанность – загрузить так вагон, чтобы подошел и под схему, и не повредить саму продукцию, когда отправляем потребителю в вагоне. На этой работе не соскучишься, смеется Сергей Викторович. Очень часто потребителю нужен сборный вагон, куда нужно уложить несколько видов продукции. А это уже можно сравнить с игрой в «Тетрис», как все уместить и не повредить. Такая головоломка не каждому под силу, говорит сменный мастер Антон Аляхов. В большинстве случаев, когда возникают проблемы на участке, они всегда есть, они всегда возникают. Иногда Сергей Викторович... Мы его застаем врасплох звонком по телефону в выходной день, в вечернее время, когда делается отгрузка, когда нужно решить вопрос здесь и сейчас. Штатные бригадиры, ну, не всегда. Ну, есть молодые ребята, есть постарше, но не все досконально это все знают. В сутки Сергей Башин с коллегами грузят около 1500 тонн продукции. Это 25 вагонов, которые разъезжаются по всей стране. В города Урала, в Барнаул, Альметьевск, Таганрог. Ольга Аникина, Юлия Черешнева, Виктор Исаев, телекомпания «Твин».